Теперь эта вывеска не соответствует действительности. Хирургический корпус Рассказовской ЦРБ отныне база инфекционного отделения. Здесь развернули 70 коек для лечения пациентов с новым коронавирусом. Пока в отделении нет ни одного пациента, но к приему уже все готово. На всех трех этажах оборудованы так называемые красные зоны. Впоследствии заходить сюда можно будет только в специальных защитных костюмах. 63 из 70 койко-мест оборудованы кислородной подводкой. Это позволяет подключать больных к аппаратам вентиляции легких. Таковы здесь двух видов – инвазивные, то есть требующие хирургического вмешательства, и неинвазивные. Последние используются в более легких случаях, когда человеку просто тяжело дышать самостоятельно. Работу по перепрофилированию отделения вели вместе в сжатые сроки. Даже доктора успели побыть грузчиками и уборщиками. Помогали и местные предприниматели. Ситуация в стране и вообще во всем мире накаляется. Да? Распространение коронавирусной инфекции идет довольно большими темпами. Из-за этого строятся такие госпиталя. Они строятся, переоборудуются. Есть необходимость работать, но приходится. Вот нам, хирургам, перепрофилироваться пришлось. Медсестрам. Никто этого так сильно не желает, этой инфекции, естественно. Но работа есть работа, помощь людям надо оказывать. Глава региона высоко оценил готовность отделения к приему больных. От себя пообещал, что медиков сполна обеспечат средствами индивидуальной защиты. На эти цели региону выделили почти 250 миллионов рублей из федерального бюджета. При этом Александр Никитин отметил, что всего к концу месяца в Тамбовской области должно быть оборудовано 169 коек для лечения инфицированных. Пусть даже сейчас такой необходимости нет. На 20 апреля в регионе 209 заболевших. В стационарах находится 100 человек. Дополнительные места открывают, что называется, про запас. У нас, чтобы вы понимали, есть план абсолютно по развертыванию дополнительных мест в случае, если распространение этой коронавирусной инфекции будет идти такими, ну, будем говорить, непрогнозируемыми темпами. И этот план утвержден приказом Минздравоохранения Тамбовской области. Там несколько лечебных учреждений, я ошибаюсь, около 10 лечебных учреждений, которые распределены по регионам по Тамбовской области. Свыше 80 медиков в режиме онлайн обучились современным методам диагностики и лечения нового коронавируса. Работать в новых и, что особенно важно, в опасных условиях готовы анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, неврологи, терапевты, диагносты, медсестры. Внести свой вклад может каждый. Максимально соблюдать режим самоизоляции и сделать максимально все для того, чтобы вот даже в этом медицинском учреждении не было больных. Это от нас зависит. А вот те, кто помогает справиться со всеми тяготами самоизоляции. На портале «Добровольцы России» прошли регистрацию больше 350 жителей региона, которые каждый день работают в волонтерском корпусе по предотвращению распространения коронавируса. Живая работа, вот такая неравнодушная, я бы сказал, сердечная такая, искренняя, душевная работа, потому что это все можно делать исключительно только на порыве, она не описывается никакими статистическими показателями. Когда вы приходите в дом к людям старшего возраста, не очень много пенсионеров, инвалидов, людей, достаточно находящихся в непростой жизненной ситуации, которым нужна помощь, искренняя помощь. И вы это делаете, поэтому я вас сегодня не просто благодарю, я вам просто огромное вот, личное от меня благодарственное спасибо. Они помогают тамбовчанам, которые остались дома, с покупкой лекарств и продуктов, оплачивают счета ЖКХ, консультируют, когда необходимо дистанционно заполнить важные документы. Иногда такая работа, если это можно так назвать, перетекает в дружбу. Однажды, к примеру, в штаб позвонила жительница Белгорода. Она беспокоилась за своего пожилого отца, нашего земляка, который долго не отвечал на звонки. И оказалось, что у него просто сломался телефон, мы отвезли в ремонт, сделали за свой счет. У нас ребята сразу же... Наши активисты говорят, да мы все сами за свой счет сделаем. И оставили контактные телефоны с соседкой, чтобы присматривать за ним. Мужчина 38-го года рождения. И на самом деле это оказался геолог. Он был во многих странах Африки, во многих странах Востока. И оказался очень таким дружелюбным человеком и очень хочет пригласить и нас в гости, и сам, может быть, сходить к студентам, чтобы рассказать о своей коллекции. У него очень большая коллекция, поэтому, скорее всего, после пандемии, когда все закончится, завершится, мы хотели бы его пригласить.
За время работы волонтерского центра поступило около 700 заявок на покупку и доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Перед Пасхой волонтеры подарили жителям области более 3000 освященных куличей. С инициативой провести такую акцию выступили губернатор Александр Никитин, представители общественных организаций и местные предприниматели. Название всероссийской акции, запущенной ОНФ «Мы вместе», стало не просто красивыми словами. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».